В завершении выпуска новости спорта. Чемпионат Казахстана по футболу снова приостановили. Первый раз такая новость ввела в замешательство спортивных болельщиков и игроков клуба в марте. Тогда игры поставили на паузу из-за режима чрезвычайного положения. И вот через 3 месяца после повторного старта чемпионат пришлось снова отложить в дальний ящик из-за 2-недельных ограничительных мер, введенных в Казахстане с 5 июля. Продолжение футбольного противостояния будет через 14 дней. Если эпидемиологическая обстановка не станет лучше, то казахстанским фанатам самого популярного вида спорта и командам придется подождать еще. Напомним, 1 июля состоялись матчи 3-го тура КПЛ 2020. Следующий 4-й тур был запланирован на 5 июля.